скажем так, после начала полномасштабной войны, нет разочарования в некоторых российских актерах, артистах, музыкантах, с которыми вы тоже общались и которые перешли на сторону Владимира Путина, выбрали сторону Владимира Путина? Есть такие личные какие-то? Вы знаете, все разочарования давно уже в прошлом. Сначала это было больно, неожиданно, необычно, как он же или она же, это же, я же знаю, это же такие люди, как они могли? Нет, все уже давно философский взгляд у меня на эти события и на эти позиции, если можно назвать это блеяние позиций. Вы знаете, они для меня все умерли давно дружно. Все, кто поддержал Путина, все, кто выступил против Украины, я имею в виду деятели культуры, искусств, это люди, испортившие свои некрологи. Это люди, променявшие свой комфорт на презрение потомков. Они обречены на это. Потому что нельзя поддерживать зло, и чтобы потомки кланялись тебе в пояс и благодарили. Они вычеркнули себя из истории. Это не люди, это негодяи, мерзавцы, подонки. Я их презираю. Их презирают все нормальные люди в разных странах, в том числе и в России. Вот. Ну, захотели умереть — умерли. Ну, что дальше? Вот здесь спрашивают, а видели ли вы заявление Леонида Ярмольника? Он достаточно долго старался, ну так, мягко формулировать, но все-таки сказал, что он на стороне Путина, то есть на стороне света, в его представлении. Ну, он еще один как говорил Паниковский, жалкая, ничтожная личность. Он взял и самоубился на глазах у всех. Ну, какая-то хоть репутация еще была у него, но он взял ее, растоптал. Причем вывернул это все наизнанку. Посмотрите, как я растоптал свою репутацию. Ну, нет Ярмольника, еще одного нет. Их там много, нет еще одного. Ну, он же во Львове жил, он же с Украины. Ну, такой оказался слабый, зависимый, глупый человек. Ну, что делать? Одним больше, одним меньше. У вас есть объяснение именно... Почему люди, которые связаны с Украиной, есть такие в России, ну, Юрий Стоянов, он из Одессы, почему они поддерживают Путина? Юрий Стоянов, который из Одессы, чья мама учительница украинского языка и литературы, я вам больше скажу. Это слабые люди, которые, не исключаю, многие не думают так, как говорят. Но они вросли корнями в Россию, их зритель там, их собственность, недвижимость, квартиры там. Будущего за рубежом у них никакого нет, плюс страх, плюс желание, чтобы жопа была в тепле. Вот. Ну а таких еще Ленин в письме Горькому сказал очень четко. Он сказал, интеллигенция — это не мозг нации, а говно нации. Я бы не стал вообще от них требовать чего-то. Слабые, зависимые, несчастные, ничтожные. Глупые часто люди. Мы же не будем утверждать, что многие артисты являются светочами ума и мысли, и гигантами мысли. Да нет, конечно. Посмотрите на того же Машкова, который сыграл прекрасные роли, является талантливейшим актером, но сегодня так трепещет и унижается перед Путиным и говорит такие гадости своим поганым ртом. Ну, слушайте, они сделали свой выбор. Их будущее кошмарно. Pick a number. I was lightning before the thunder. Добрый день, друзья. Не добрый день вам, не други. Дмитрий Горлов бесспорно очень талантливый интервьюер. У него есть своя манера, у него правильная подача, в отличие там, от той же Ксении Анатольевны Собчак, он не пытается загнать своего визави в определенную совершенно нишу и там вынимать из него нужные заявление политического характера. Он умело манипулирует. И это к чему? Что мне кажется, что берет интервью он гораздо лучше, чем дает. Я не говорю про эти экзерсисы с Олесей Бацман, его женой, когда они друг у друга берут интервью или там берут интервью у своей малолетней дочери про политику, рассуждая про москалей, там вот про вот это вот все. Это, конечно, отдельный жанр. Да, Гордон такой же циничный, как Александр Глебович Небзоров, но мне сложно представить, чтобы он делал заявления аналогичные тем, которые делают секундомер, там, насчет того, что там выкачал из себя всю кровь, там, русскую и еврейскую, какая там она у него, и залил украинскую. Сейчас он теперь
щирый украинец. В нем нет ни капли русской крови. Вот мне сложно представить, да, и повторю, чтобы Гордон делал подобное заявление. Мне нравится, что он так же, как Арестович, говорит по-русски, даже когда ему задают вопросы на украинском. Сейчас оставлю небольшой отрывок. Вы знаете, он ведь играл в одном из российских фильмов роль комбрига Красной Армии. У него вот про это спрашивали, посмотрите. И еще один оставлю отрывочек небольшой из своей беседы с тем артистом, которого Гордон в сегодняшней своей беседе вот этой упомянул. Чи заплатили вам гонорар? Стыдно признаться, будучи человеком богатым, я сказал, ребята, я без денег не работаю. Так, цікаво. А сколько вам заплатить? Я говорю, $500, скромно сказал я. Хорошо, мне заплатили $500. Почему 500? За 3 часа работы. Ну я ж не собирался поживаться на этом. Я зараз не хочу в образ, да, сейчас сказал, $500 не выкид. Для меня, я скажу, для меня принципиально было, что я вот зарабатываю съемкой в кино. Вот принципиально было себе сказать, ты и здесь смог заработать. Що робили партнери по майданчику? Не по Майдану, замечу, по майданчику. Кіномайданчику, так. Они внимательно слушали мои гневные речи о том, что армия прозябает без вооружений. Чем вы там занимаетесь? Вы там в тяжелой промышленности в министерстве. Что вы делаете для этого и так далее. Они пытались отвечать там. Ну, я уже не помню подробностей, давно было дело. Забирали у вас телефон мобильный? А он у Сергея Рутюняна был, мой мобильный телефон. Я даже допускаю, что он по нему разговаривал. Пипец. Дмитро Гордон каже, що люди, які звинувачують його у державній зраді, працюють на ФСБ. Наконец-то мене розкрили. А давай в Україну запустимо слух, що це Гордон агент ФСБ на самом деле. І ФСБ його таким образом легітимізує і отмазує. Ну і тут знаходяться люди, які це підхватують, розказують. Я говорю, это мне смешно на самом деле. Во-первых, ти як ніхто знаєш, я люблю хейтерів, да? Я люблю, коли обо мне говорять плохо. Не, я вообще люблю, когда обо мне говорят, но когда говорят плохо, я от этого кайфую. Они с такими постными рожами это делают, у них рожи такие вообще отвратные по жизни. А когда они об этом говорят, они становятся еще хуже. Стоимо еще хуже. Дима, ты российская консерва, ты государственный предатель, говорю тебе на языке понятном тебе. Ты сядешь за государственную измену, твои дети будут знать, что их отец предатель родины. Твой подельник Смешко сядет за государственную измену, и никакие ФСБшники тебя не спасут, и никакая бацман не будет носить тебе тормозки в тюрьму, потому что ты нахрен не будешь нужен. Ты, Дима, предатель Родины, вонючий, мерзкий, как все предатели Родины. И ты за это ответишь. А вот Одесса все-таки город отпечатал. Все-таки вот, несмотря на то, что Ленинград и сейчас Москва, Одесса все-таки остается таким городом. Я так понимаю, что вы решили Утесова делать один в один. Это такая дань памяти именно одесскому певцу, детству своему. Конечно, это дань памяти моему городу. И еще многим всяким очень непростым и сложным чувством, понятным, связанным с моим городом у меня. Есть город, который я вижу во сне, о, если бы знали, как дорог. У Черного моря, явившийся мне, в цветущих акациях город, в цветущих акациях город. Понравился вам Утесов в исполнении? Очень понравился, конечно. А там грима нет никакого. Ну да. Ну как ну да? То есть это просто так вот перевоплощение? То есть, значит, я вам расскажу, какой там грим. Там подчернили волосы, да, зачесали их назад, покрыли лаком, вставили две темных линзы. И чуть-чуть вот так вот наклеили нос. Наклеили вот такой кусочек гумоза. Все. Мне нравится, когда вот минимальными средствами делают. А я не делал постанову показывать с помощью пальца. Что там показывать? Вот Георгий Александрович. Но вы для этого потом покажите эту постанову. Добрый вечер. Вы говорите об артисте, фамилию которого мне довольно трудно вспомнить. Понятно? Поэтому, к сожалению, я не могу принять участие в этом разговоре, потому что не очень понимаю, о ком вы говорите.
Вот такая фотография есть, где вы с родителями. Вот. Угу. Вот да. Это. Вот такой бы тебе понравился, вот уже толстый. Ну, прям толстый. Это не уже, это еще. Я переболел болезнью Боткина, я думал, что же это за болезнь такая интересная. Но после нее, вот это же что-то связанное с нарушением обмена веществ, меня страшно разбомбило. Все говорили, какие красивые родители, действительно красивые. Красивая семья? Но блин, мальчик, как вы считаете? Мальчик подкачал. Я так понимаю, что ведь на форумы кулинарное соперничество бабушек еще оказывало некое влияние. Аппетит был большой. Ну что, Феликс Ипунович, эволюция должна быть перманентной, как говорил товарищ Троцкий. Но с перчиками на обед, как говорил товарищ Ленин. И я просто бегал от одной к другой, даже не предупреждая. Там приходил к одной. Ну, чем болгары накормили? Я говорю, да плохо дела у болгар, что-то совсем. А вот бабушка тебе котлеток с лапшой. Поем, прихожу, говорит, ну что там у кацапов? Ну, в смысле, у русских. Я говорю, ну что, ну кацапы, что там кацапы, щи, кислая капуста, а вот мы тебе, как я паразитировал. Пиздец нахуй, блядь! Когда мы периодически стали говорить, что мир сошел с ума, я считаю, что мир сошел с ума, в том числе и на нашей территории. Люди сошли с ума, люди перестали совершенно другое отношение к смерти, к войне, к терроризму. Это стало привычным, обыденным. И это, конечно, страшно. И когда мы говорим о конце цивилизации, то, может быть, это первые признаки, а может быть, уже и не первые признаки того, что этот процесс все равно идет. Как это ни страшно и как это ни грустно. И сколько бы сил ни применялось для того, чтобы обезопасить, да, человечество, но мир сошел с ума, и люди сошли с ума. И то, что происходит на Украине, вообще немыслимо. Потому что это так... Помнишь фильм тот самый «Мюнхгаузен»? Да, конечно. Помнишь, когда броневому говорят, что Англия объявила войну? Англия? И он сантиметром начинает глобус. Это же рядом. Ну вот это же рядом. И меня даже иногда пугает то, что мы смотрим телевизор, смотрим новости, ужасаемся тому, что происходит, ужасаемся этой информационной, как бы биполярной, да, войне. И почти привыкли к этим новостям. То есть, ну так человек устроен, что мы привыкаем. Если ты ешь некачественную еду, то первые там неделю ты будешь бегать в сортир, да, или тебя будет выворачивать, да. Но если больше 10 дней есть эту еду, организм привыкнет и будет есть. Потреблять то, чем... Понимаешь, да? Надеемся, и я думаю, что да, с точки зрения эмоций, мозгов, я с невероятной грустью, нет, не грустью, как бы тебе сказать... Печалью. Печалью и ужасом понимаю, что люди привыкли воспринимать негатив как составляющие ежедневной нашей жизни.